Приветствую всех на канале Gaming Social TV. С вами, как всегда, я Вин Ультра, и мы с вами продолжаем проходить Watch Dogs Legion. И в прошлой серии мы с вами захватили какую-то штуку, познакомились с нашей новой союзницей, но она нам сказала перед тем, как доверять, чтобы мы могли выполнить ее охренительное задание. Теперь подробнее о контракте. В башне Nexus находится квантовый компьютер Эльбиона. На нем моделируют реакцию людей на крупные события. Массовые аресты, депортации, теракты. То есть Альбион создает симуляции, чтобы определить порог терпения людей? Та еще сранина. Уничтожь квантовый компьютер. Вот твоя задача. Mm-hmm. Так, ну чё? Так. Это был маленький косячок. Не переживайте. Нихера тут здание, я вам скажу. Так, куда нас эта штука приведет? Куда-то вниз приведет. А, прикольно. Допустим. Так, хорошо. А, у меня же двойной прыжок, если я и забыл уже. Воу. Это прям что-то новенькое. Допустим. Бля, заебись. Так, ну и чё? Чуть-чуть на этаж ниже говорит. Где-то, походу, вот тут. Вот это интересно, сенсоры? Нет, это просто красная хрень. Все правонарушители будут арестованы. Так, допустим. О. Давайте взломаем. Прикинь, да? И чё? Мы не можем подключиться к этой хуевине, слышишь? Прикольно. Так, ну допустим. А, зато я тут что-то открыл. Так, допустим. Но это мне ничего не даст. Хи! Лошара. Нихера ты не сделай. Дебил. Меня ждет, видел, да? Запустить протокол поиска. Хера себе. В любом случае надо защиту снять. А как это защиту снять, я пока не знаю. Тут тихо. Вы еще в другом месте.
они сюда спускаются. Ну-ка, давайте-ка. Блин, я не могу подключиться так. Печалька прям. Упустили. Возвращаемся. Не, ну это окей. Как вот вопрос? А-а-а. Я туда не подойду. Знаешь, как-то по беспалево. А-а-а, всё, я понял. О, нихуя, всё, я понял. Не надо действовать по умолчанию, надо действовать, как действуешь. Так, надо дрон, значит, взломать. Бля, слышь. Это прикол, конечно. Допустим. Бля, тут дрон нужен. Отсюда я не увижу, да? Блядство. Отсюда. О! Отсюда обзор нормуль. Блять, надо было на нем лететь. Ёпта. Так, допустим. Допустим. И чё? О, нихера, да. Так, внимание, вопрос. Ага. Ха-ха. Какой я смышленый, а? А сам себе диву делаю. О, блядь. Я тебя уверяю, тебе так и должно быть. Ну все, пиздец, чё. Идеально. Теперь остается дождаться, когда с нами свяжется ноль. Только здесь не жди, это глупо. Отлично. Рада, что мы можем доверять друг другу. Теперь я могу показать тебе, на кого у меня контракт. Отправляйся к GBB. Ты без проблем найдешь цель. Так, а теперь меня интересует, где эта хуйня. Нихуя. А она тупо выше, походу. Вопрос, как только попасть выше? Как серьезно выше-то попасть? Ой, блядь. Ну, блин, ну серьезно так-то. Ну-ка подожди, под контроль взять. Не, ну так-то, но. Цель
сразу. Как они меня быстро поимели, а? Дерьмо. Так, ладно. Куда нам дальше? Я тут одну фишку, кстати, понял. Вот берите так вот, хоп. И все. Типа не обязательно до метро доходить. Можно сквозь, так сказать, проходить. Это прикольно. Типа вы пока дошли до ближайшего метро, а там типа как-нибудь сами. Не двигаться, сканирую. Ну и все, вот тут что-то, кстати, наверху есть. Я так полагаю, если... Навряд ли, конечно. Так, не, навряд ли мы докинем. Ну-ка, давайте посмотрим, что там есть. А при чем тут я? Он меня сам стрелять начал. Я хуею, конечно. Хватит! Хватит! Не, ну это... Ну это несправедливо. Че, танцуешь? О-ля-ля, о-ля-ля. Ой, ты что с машиной делаешь, ты? Посмотрю вон там. Спать. Она где-то тут. Ну заебись, заебись. Да, я определил. Ой-ой-ой. Блять, я в ахуе просто. Я просто в ахуе. Да блять, это не получается. Не, есть, конечно, другая идейка. Что, кстати, происходит? Митинги что? О. А вот дальше, конечно, я что-то. А, да, тут все элементарно и просто. Изи. А, ну, нет, ни хера нет. Значит, здесь. Все. Я-то тут при чем? Он сам в меня стрелять начал. Что мне делать-то было? Что это? Какой-то такой подозрительный, привлекает внимание. Ну да, ты определенно привлекаешь внимание. Ой, бля. Чем дальше в лес, тем больше по дрова, блядь. Не, ну это пиздец. Оу. А, GBB, когда-то серьезная вещательная госкомпания, а теперь цитирую дерьмище. Здесь мы найдем цель контракта 0. Так просто внутрь не попасть. Но есть точка доступа на крыше GBB. Оттуда можно подглядеть. Так и было задумано, не переживайте. И вверх. Все выше, выше и выше. Ох, нам сейчас наваляют же, блин.
Так. Окей. Че, может его отрубить нахер? То вдруг еще пройдет здесь, меня наваляет. Так. Опа. Вот это хук. А я, ну-ка, подождите, а давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас возьмем в технологии. Вот это он? Я же, по сути, всех так-то изучил. Или вот это он? А, вот он, дронов он. Ну, давайте купим вот эту хуйту. Так, ну, давайте еще вот эту. Так, нет, пока больше не трогаю. Отключить нахуй. Блин, как я в шоке, как она не сдохла. Ой-ой-ой. Хотя. Так, сейчас мы смоемся. Вот сюда. Кидаем дрона. Поехали. Так, где-то здесь. Да. Неинтересно. Ну и ладно. Ну и ладно. А, нет, хотя, подожди, стой. Чё это я? Чё это я растерялся? Вот и всё. Ёб твою мать, ты чё, заметила, что ли? Ладно. Не нравится так, будет так. Не обращай внимания. Заблокируйте эту тварь. Ху. Блять, вот так-то по сути нелогично слегка. У меня можно сейчас выстрелить и все как бы. Ваша личность — это ваш разум. Оу. Пристрастия, страхи, глава Сбербанка. Даже почти. Дерзкие. Это электрические сигналы, которые проходят через мозг. И этот наш орган куда мощнее любого компьютера. Но в то же время он уязвим. К взломам. Я видела, как мама убила мотонейронная болезнь, и... После этого я осознала, что все мы смертны. Но... Что если... Мы изменим это? Что если... Мы просканируем ваш мозг и загрузим нейронную карту в облако. Ну, это положит конец страданиям. Смерть отступит, и начнется новая эра. Войны, болезни, тяготы — все останется в прошлом. Здравствуйте, меня зовут Скай Ларсен, я глава Брокотек, а это проект «Рассвет». Что ж, все вы записались на участие и, должно быть, хотите увидеть демонстрацию рассвета. Но сначала я буду вынуждена попросить отключить прямую трансляцию. Коммерческая тайна не должна попасть в руки незваных гостей. Рассвет — система визуализации, она... Ах вы, суки. Несанкционированный бот! Обыскать здесь все! Покиньте область, говорят. Она здесь, я уверен. Никого. Иду дальше. Ищите дальше. Никого не видно. Двигаюсь дальше. Меняю зону поиска.
дальше. Тут никого. Цель не обнаружена. Сворачиваемся. Так, ну короче, сейчас они уйдут. Все нормально. Все, вот они отвернулись. Мы такие прыгали. Контроль. И вниз. Что-то изи. Я так полагаю, несколько точек кода, потому что там еще можно было подняться по лестнице, я так полагаю. Вот и он, Дедсек. Крупный контракт. Скай Ларсон. Та самая? Ты хочешь ее убить? Все сложнее, чем вам кажется. Проблема в том, что ее не видели на людях уже 2 года. Ух ты. А голограмму не убить. Я пыталась отследить ее, нашла ее дом в Лондоне. Но... Ларсон лишь ученая. Создает ИИ, в том числе Бегли, и возится со всякими гаджетами. Чем она так тебя разозлила? Много чем. Но лучше один раз увидеть. Ее особняк в Вестминстере. И то, что находится там. Она отключилась. Заебись. Дом, милый дом. Бегли, можешь найти адрес Скай Ларсон? Сейчас. Открываю телефонный справочник. О, вот она, буква М. Или миллиардеры, скрывающие свои адреса. Наивные ты, дитя. Я сузил круг поиска до... Я хочу эту машину. И это максимум. Набери 0. Она знает. Пробовал. Она офлайн. Что-то в этом особняке нечисто. Даже грязно. Прости, старушка. Блять, сейчас скажи, что ты сдохла. Серьезно? А, не. Ну ладно. Че, прокатимся немножечко. Посмотрим, что за тачка. Первый раз такой вижу. На улицах Лондона. Здесь она неуправляемая, конечно. Блять. Я нашел дом Скай. А, нет, подожди. Он принадлежит Скай Ла Фонтана. Имена почти один в один. Это ты про этот дом? И чё, дом? Вы не позволяете другим жить. О, какое совсем неподозрительное здание. Владелец вообще. Компания Каркани Медикал. Но есть записи о том, что подвал вырыт за счет Брокотек. Похоже, это лондонская резиденция Ларсен. Она опустела 2 года назад, когда Скай перестала появляться на публике. Наверное, стоит по-соседски наведаться туда, да? Прям-таки по-соседски. А чё, а если нихуя не могу сделать? А, ключики. А тут чё? А, это просто был треугольничек. Ой, блядь, надо было его под контроль взять. Я вот... Почему один охранник очень мне напрягает? Сейчас, короче, с той стороны обойдем. Так, этот здесь ходит. Поэтому мне не помеха. Тут мы ключи скачали, поэтому сейчас мы будем заходить. Здравствуйте. Так, ну а теперь, блядь, чтоб никто нахуй не пришел. Так, и чё? И много нам это дало. Я вижу одного охранника. Так. Заебись. Так, стой. Ты был мне нужен? Контроль.
Нихера тут система безопасности. Это что за приколы такие интересные? Ха. Так, а чё, одно только звено, что ли? О, приколюха-то. Не, ну это 100 пудов. А, ну, короче, так-то можно вот так вот сделать. Вот. А, ну тут без проблем. Короче, тут можно вот так вот, да, да, все правильно. О, отлично. Так. Так, нам надо, чтобы к нему слева пришло. А, ну тут не получится. Тут надо, чтобы вот отсюда приперлось. Вот, а теперь... Вот так вот. Ну и... Опа! Так, отлично. И чё? Так. Ну и взламывает. Ужас, блин. Нахуй на стенке-то делать это? Ой. Оу. Первый раз вижу эту загрузку. Беленькой у меня еще не было. По-моему. А уж была. Да. Что-то красненькое. Добро пожаловать, Скай Ларсон. Приятно видеть тебя после столь долгого отсутствия. Оу. Но... Да подыграй, чё ты? А то спалишься. Лифт заблокирован. Возможно, музыка поможет тебе расслабиться. Что ты хочешь послушать? Что-нибудь популярное. Прости, Скай. Боюсь, мне пришлось избавиться от скоропортящихся продуктов. Заказать доставку? Не сейчас, спасибо. Скай, музыка. Ты достаточно давно не работала в лаборатории. Я бы хотела снабдить тебя актуальной информацией по важным проектам. Пожалуйста, спустись туда, когда будет время. Черт, мне б туда. Если у тебя есть претензии, я могу связаться с техподдержкой Брока Тек. Ключ получен, лифт разблокирован, доступ в подвал открыт. Ой, спасибо. А что, все что ли? Два этажа всего? Больше не предусмотрено? Ну и ладно. Так, что, мы сейчас в подвал, типа? Бля, нахуя столько загрузочных экранов? Ты что, банул, что ли? Пиздец. О! Вот это симуляция. Добро пожаловать. Скажите, что вы тоже это видите. Так глубоко сигнал не проходит. А значит, тебе придется самостоятельно добывать данные. Как матрешки. Внутри большого дома дом поменьше. Охереть. Я воссоздала часть твоих прошлых экспериментов. Надеюсь, это будет полезно. Что ж, труп нашелся практически незамедлительно. Скай Ларсон любит зверушек. Кто бы мог подумать? А тут чё? А в доме собака. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Во-во-во-во. Я хочу внутрь. Я устала. Давай лучше еще посидим в беседке. Дома так хорошо, да? Это не мой дом. Это кошмар. Жаль, что тебе не нравится, мама. Такой значимый проект. Это пустая трата денег. Столько трудов, и все ради такой глупой затеи. Это что за браслет такой? Тебе страшно. Это нормально. Но я буду рядом, пока тебе не станет лучше. Лучше? Ты что, знаешь больше, чем врачи? Лучше уже не станет. Чёртов браслет. Так. Что ты делаешь?
Больше никаких больниц. Никаких врачей. Я о тебе позабочусь. А, набросил, получается, да, вот этот браслет, который мы нашли. Кто-то оставил код на браслете. Возможно, он подойдет к замку на парадной двери. Ну, давай посмотрим. Тебе тут нихера нету, да? Откуда ты узнал, что код на парадной двери? И опять загрузочный экран, я обалдею. А, не, нихуя. Ну ладно, хоть тут, блядь, не обосрались. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Нейрокартирование абсолютно безопасно. Ты меня не слышишь? Я же сказала нет. Разговор окончен. Я была в гараже. Видела, что стало с Адой. Ада жива и здорова. Это разве жизнь? Скай, откуда у тебя эта безумная идея? Я тебе что, очередное кошмарное творение? Что? Я безумна, да? А как интересно я такой стала, мама? Скай, послушай меня. Это не тебе решать. Прости, Скай. Боюсь, мне пришлось избавиться от скоропортящихся продуктов. Все Можешь повторить, пожалуйста? Прости, Скай. Тупит жестко прям. Забагованная технология. Детский рисунок. Охереть. Имя особи – Ада. Вид – Бордер Колли. Статус после нейронной загрузки – жива и здорова. О боже, бедный песик. Как только Скай пришло в голову поступить так с живым существом? Она его в паука превратила, прикинь. О, так, хорошая девочка. Не хочешь побывать наверху? Наверху. Много воспоминаний. Ну давай, побываем наверху, наверху. Почему бы и нет? Не будем торопиться, будем гулять. Тут двери везде закрыты, смотри. Ну-ка, тут чё? Давайте сюда зайдем. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Ты на мать свою убила, что ли? Шкатулка... А, это успокоительная. Нет, не надо. Как ты смеешь? Вот. Все хорошо, правда? Охереть. Как ты смеешь? Не хочешь пойти вниз? К другим? Все под контролем. Присоединиться? Я к другим? Дома. Нет, это не дом. Это... Тюрьма? Ты уверен, это тюрьма? Куда пошла? Так, ну допустим. Там, кстати, вон еще что-то. Где код для этой двери? Да хуй его знает, где код для этой двери. Хочешь вздремнуть? Я могу приглушить освещение. Спальня, Скай. Скай, прости, что твой кубок разбился. Не, не особо знаю. Отличается от моей. Это тревожный знак. Так, ну от этой двери у меня еще нету. Колючка. О! Еще одна дверка открылась. Входим в очередное кошмарное творение. Охуеть! О, черт! Что это? Это Лондон? Охуеть! Что, она ребенка выращивала? Хуя она, пиздец, молодец, конечно.
CTOS-AR. Data reconstruction in progress. А, это она переносила, наверное. Нейрокартирование завершено в 13.27. Смерть подопытной наступила в 13.29. А, это подопытная. Распад произошел через 2 минуты. Это значительно лучше, чем на ранних этапах. Считай, тебе повезло, мама. Начнем удаление нейронов. Ну да, я его подобрал. Скай Ларсен, входим в свою комнату. Процедура удаления нейронов, день первый, подопытная Шинейд Ларсен. Охуеть, какая комната прикольная. Такую же хочу. Скай, где я? Я не вижу. Объект в сознании, что подтверждает мои наблюдения. Нейронная карта работоспособна. Объект? Сейчас начнем удаление строк кода. Что? Зачем? О боже, ты ослушалась меня. Довольно, мама. Милая, не надо так с мамой. Дай мне умереть. Прошу. Ты в меня не верила. Теперь поверишь. Хуя, она жестокая так-то. День второй. Код мотонейронов бесполезен. Ctrl A удалить. Мне плохо. День 12. Лимбический код пока оставим. Эмоциональный отклик увлекателен. Прошу. День 20. Переходим к лобной доле. Моей новой системе безопасности совершенно незачем будет мыслить. Скай, прошу. Знаешь, как это больно. Височная доля. Деградация речевых функций. День 29. Итак, удаляем лимбический код. Чем я могу помочь, Скай? Так это ее мать. Включи и выключи свет. Хорошо. Включи музыку. На мой вкус. Нихуя она жестокая, слышь? Славно. Думаю, система будет работать как надо. Как считаешь? Просто жуть. Как она могла так с матерью? Нихуя. Вот как она действует. Берет полностью смоделированный разум человека и убирает лишнее. Как-то не по себе. Нихуя, как жестоко. Ты вроде жив, получается, но ты вроде и не умер. Ты знала, что я не Скай, правда? Ты хотела показать, что она сделала с тобой. Да. Здравствуй. Я не знаю тебя. Я не вижу. Я боюсь. Я боюсь. Я сейчас ищу Скай. Поможешь мне? Да. Нужна твоя помощь. Я не хочу жить вот так. Да, Скай. Безумная. Знаешь, как это больно. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ты поможешь найти Скай, если я убью тебя. Да. Дай мне умереть. Прошу. Как? А как она нам поможет, если мы ее сейчас убьем? Охуеть, не могли, так сказать, сынь? И разбей его. А как вот она нам сейчас поможет? Или это в той дверке? И я получил координаты и сообщение. Спасибо. Мы можем наконец уйти отсюда. Текстовый файл. Текстовый файл, текстовый файл.
Я чувствую, нас там ждут. Так, нет, мне еще интересует, на третьем этаже есть дверь. Ага, вот она открылась. Записи о том, кто тут жил, повреждены. Чья же эта комната? Оу. Это либо брат. Это, наверное, брат. Ну ладно. Все, вот теперь точно съебываемся отсюда. Мне хоть делать? Датсек, вы там? Ноль? Я наверху. Будешь готова, поднимайся. Не, ну так-то прикольно вообще. Да ты, так полагаю, виртуальную реальность поднимаешься, наверное, или что? Или как это вообще работает, интересно. Ой. Да не, как-то это дополненная реальность тогда. Ну как ты туда попадаешь? Ты знала, что я найду, так ведь? Да. Ее мать умоляла меня. Но я не смогла. Теперь ты видишь, что на кону. Рассвет вот-вот стартует. И если это случится, тысячи людей ждет тоже. И погибнут не все. Скай сможет пытать их вечно. Мы можем найти ее. Мать Скай дала мне координаты. Правда? О, это круто! Ну, сделаем это. Мы пойдем. А ты прикрой нас. Ясно. Какая странная женщина. Так, ну чё, тут у нас чувак валяется. Давайте выйдем отсюда. Что ж, операция, которую мы задним числом назвали «коллективная травма» от похода в подвал Скай Ларсен, успешно завершена. Я завершил дешифрование. Тогда за дело. Смотрите-ка нам видеосообщение от Скай Ларсен. Давай посмотрим. Не знаю, кем вы себя возомнили. И что, по-вашему, видели у меня дома? Но предупреждаю, не лезьте. Украсть богатых, отдать мне. Рассвет – дело моей жизни, и я не позволю каким-то дилетантам отнять его у меня. Я выслежу вас. И поверьте, ваша жизнь станет невыносимой. О, угрожает. Слышь? Мне это под силу. А вам? Мне тем более ездить. Как она нас нашла? Ларсен построила умный дом, управляемый интеллектом ее матери, но вы все равно способны чему-то удивляться. Может, ее мать это заслужила? Моя так точно. Она напугана. Иначе зачем угрожать нам? Пусть боится. Логично. Давай координаты. Так, ну все. В общем, как-то так. На этом, я думаю, давайте закончим эту серию. В следующей серии уже увидим, что будет дальше. Слушайте, ну вот сам Веспро 404, ну прикольно, мне тут понравилось. Тут у нас есть потенциальный рекрут, стоит присмотреться. Отмечу на карте. На, похер на него. Вот, в общем-то, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии под нашими видео, вступайте в нашу группу ВКонтакте, вступайте везде, все ссылочки в описании, поддержка, если есть, то можете нас поддержать, также у нас можете поддержать ВКонтакте. В общем, ребят, все для вас, самая главная поддержка для нас от вас, это лайк. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.